про Юлин турне очень многие ребята спрашивают, как она сейчас будет ездить куда-то по России. В Украине, да. В марте в Украине у нас. И ну, планируем еще Мексику. Южную Америку. А вот еще многие интересуются, вот она сказала, ну, многие спрашивают, она как бы еще какой-то бизнес будет открывать? Как бы, да, как мы известно, открываем ресторан. Да, как известно, ты, ну, то, что ты с рестораном, да, что-то да. связано, и вот она тоже, да, будет как-то с этим? Да, мы сделали очень серьезный бар, это бывшая техника молодежи, третье Римское поле, забрали 700 квадратных метров, строим там огромный бар, студию, сцену, и будет серьезное место там. В Ливане около 100 миллионов рублей. Ну, а когда открытие? В мае открытие. Ой, ничего себе. Пригласите? Конечно. Да, там, думаю, Юля, наверное, будет, да? Юля, да. Сплетни называется. Назвали сплетни мы. И Юля на выступление, да. Наверное, знамением будет. А с чем связано такое? Венцом. Сплетни, ну, то, что люди всегда это собираются, как-то обсуждают между собой что-то, да? Всегда там собираются в ресторанах, в барах. Они, конечно, всегда отрицают, что это сплетни, но, да, судя по всему, всегда разводят сплетни. А еще вот сейчас очень стали обсуждать то, что свадьба приближается, ваши планы будут сейчас? Да, планах есть, но пока мы не загадываем, мы венчаны, поэтому свадьба это уже как-то. Перед Богом мы чисты, а печать не всегда успеем поставить. Сейчас просто, ну, всяких СМИ начали, то, что вот, не ну, как бы то, что запланирована свадьба, там родители об этом не знают, то, что хотят как-то скрытно это сделать, что-то такое. Не-не, об этом узнают абсолютно все, я буду делать открытое, прилюдное предложение, красиво, как положено молодому человеку. Здорово. А вот еще про детей, как дети, они, ты с ним хорошо общаешься, допустим? Да, это мои лучшие друзья на сегодняшний день, которые появились в моей жизни. Достаточно мы очень дружим, я дружу и с Викой, и с Самиром. Они очень разные, что Вика, что Самир, но такая, когда мы вместе, у них получается небольшая идиллия, потому что они как-то успокаиваются и находятся, когда между собой даже находят компромисс общения. Ну, да, я их лучший друг, они мои друзья. Хорошо, очень важно, чтобы в семье было такое тепло. Конечно, конечно. Взаимопонимание. А сегодня Юля будет выступать, как мы понимаем, да? А еще да. Для артистов кто-нибудь будет выступать? Должны, да. Кто-то должен, да. Не знаю, кто конкретно, но кто-то должен. Спасибо большое. Сейчас.